В Семейском финансово-экономическом колледже прошло итоговое заседание Совета директоров. В его рамках состоялось открытие центра компетенции, соответствующих стандартам WorldSkills, а также стартап-проект «Студенческая медиатека». Интеграция образования, воспитание занятости, создание современной модели подготовки студентов к успешной карьере. В Семейском финансово-экономическом колледже имени Рымбека Байсеитова состоялось заседание Совета директоров Организации технического и профессионального образования области Абай. На совещании директоры Организации технического и профессионального образования обсудили актуальные вопросы обеспечения качества в сфере образования, представили отчет о проделанной работе в течение года. Организациям технического и профессионального образования сейчас уделяется большое внимание со стороны правительства. В рамках поручения обеспечения бесплатным обучением увеличивается количество госзаказов. Если в прошлом году он составил 5500, то в этом году составит 5900. Мы сегодня расскажем о проделанной работе в организациях технического и профессионального образования. Кроме того, была представлена презентация единого портала для сдачи демо-экзамена по стандартам WorldSkills. В рамках мероприятия состоялось торжественное открытие медиацентра «Fake News» для повышения творческих навыков студентов финансово-экономического колледжа имени Рымбека Байсеитова и центра компетенции, оснащенного современной техникой, соответствующей стандартам WorldSkills. На сегодня у нас очень много достижений. Ребята сейчас спокойно участвуют у нас в конференциях разного уровня. Вот наша миссия – выход на международную арену, поэтому говорить о достижениях международного, республиканского уровня вот как раз-таки для нас очень актуально. И на сегодняшний момент для ребят развитие культуры исследования, проектной деятельности, бизнес-стартап-проектов как раз-таки для будущих финансистов, развитие финансовой грамотности очень важно. Стоит отметить, что в 2024-2025 учебном году в колледже Рымбека Байсеитова с целью подготовки новых специалистов будут открыты специальности менеджмент и маркетинг с квалификациями мерчендайзер, маркетолог, техник по оценке и другие. Введение таких специализированных программ помогает образовательным учреждениям оставаться конкурентоспособными и привлекательными для абитуриентов, обеспечивая выпускников актуальными знаниями и навыками, востребованными на рынке труда. Должен Шакархан, Нурлан Уразалин, телеканал «Семей».